Челы, заходите на стримы. Save Snipe. Так, замените скилл на правой кнопкой мыши с блоком, который базируется от статов окружающих гвардианов. Каждый один блок конвертируется в 20 урона. Проходит через пятерых. Так, дополнительно получает один пирс за каждого гвардиана неподалеку. То есть, смотрите, это получается немножко другой плейстайл будет, да? Ну, точнее, как? Тут плюс 100 хп у гвардианов, и там 10% хп перетекает в урон. А здесь как бы от блоков нужно играть. Каждый один блок конвертируется в 20 урона. Давайте попробуем ради интереса чисто через блок сыграть. Посмотрим, как это работает. Ну, кстати, во, специально смотрите. Плюс один блок for every 10 attacks taken. Смотрите, это, кстати, вот прям башня для этого билда. Как будто бы, да? Кипарики. А почему он в кипарике, кстати? В прошлый раз он был лысый. Это из-за вот этого трейта, что ли? Слушай, ну тут, кстати, надо прямо сразу идти к прокачку, качать блок тогда получается, потому что без блока вначале будет очень мало урона, да? Так, у него, кстати, изначально 5 блоков у ящика, то есть это норм. В принципе, ящик даже лучше, как будто. Поначалу. Так, ну шанс получить экстра лут тогда. Фармим, че я могу сказать. О! Что? Формовой? Блин, его как-то поддефовать можно. Слушай, это интересно сейчас будет. Это сейчас интересно будет. Давай, наверное, сразу возьмем Initial Power. Вот какую бы нам турель качать? Наверное, лапку, да, потому что она наращивает как бы блок. 5 блока, 200 хп. Мамонты есть хил, но тут прикол в том, что лапку нельзя хилить, потому что она будет терять блок за хил. Плюс 5 блока, плюс 8, если турель поставлена. Плюс 15 блока, минус 5 голды. Рисковенько. Реген тоже effective heal. Я не знаю, что здесь конкретно имеется for each effective healing, если честно.
про то, что ее будут хилить, про ее реген или про какой-то мой собственный баф. Слушай, ну можно второй взять, и получается это будет неплохой такой плюс 5, еще плюс 8. Взять какую-нибудь туреточку и ставить ее чисто вот одну туретку, да? Мне кажется, это неплохо. Dealing more damage. Блин. Что-то я уже не знаю, уже можно попуститься. Слон не турель, слон гвардиан. Слон дает за каждые 10 атак по нему. Ты получаешь плюс 1 голдишки. Так, давай тогда мамонта, наверное, сюда поставим. Попробуем, знаете как? То есть нам нужно, получается, сейчас из мамонта извлечь выгоду, потом заставить его другими. Туреточка. Это взрывные челы, что ли? А если сам убираешь мамонта? Я вот не знаю, кстати. Бля, можно затестить чисто. Попробовать. Погодите, а... Вот эти 8%, они уже добавляются вот здесь или нет? Или они где-то показаны, кроме того, как на турели? Или нет там такого? Просто как мы поймем, если мы удалим? Нет, блядь, не ломай. А, сука, он сломал. Да, что-то с этим мамонтом сложно, конечно. Что-то с этим мамонтом сложновато. Ну, первое берем, тут хотя бы хп дает плюс 10%. Так, ну нормально, нафармили вроде. РРРБ барак какой-то. РРБ барак очень сильный, если его правильно прокачать. Так, давайте через ивент, наверное. Магаз, думаешь? Так а что нам в магазе сейчас может выпасть? Нам что-то может выпасть? А, нам туретка нужна. Тартл армор. Берем хули. А можно мне туреточку маленькую?
недорогую мне, залупную хотя бы. Сука, ты, блядь, издеваешься, но я всю голду просрал, бля. О боже, блядь, игра, это просто пиздец, как же мне хочется разъебать тебя, игрушечка, игруля, блядь. Пиздец, просто пиздец. 4 блока, 45 дэмэдж рефлекта. Ну берем, что делать. Слабовато, конечно. Так, не буду качать, надо подсейвить инкам. Блин, я больше не буду брать уменьшение этих чертей, наверное. Сейчас тем более вроде габлы пойдут. Ну его нахер. Блин, габлов надо отстреливать. Габлы жесткие. Ну, лапки, кстати, хорошо держит урон. Лапки неплохо держат дэмэдж. Нет, босс, блядь, только не ешь эту хуйню. Блядь, он съел. Короче, в пизду этот мамонт. Толку от него нет, походу. По итогу босс приходит и, сука, сжирает его. Блин, а можно мне чё-нибудь на защитника, сука, будет падать? ХП, там, блок, а не урон. Можно? Почему рандом в этой игре такой ебучий? Это просто пиздец, даже нет возможности зареролить. Ну это очень плохо. Да... Пока что-то все хуево. Блять, ну пожалуйста, самую дешевую турель можно мне? Самую дешевую. Просто дешевейшую турель. Это просто пиздец какой-то. Пожалуйста, блять, дешевую турель. Сука, это просто какой-то пиздец. Ну турель за 4, ну похуй, давай хотя бы такую купим, я не знаю. За 4 пауэра. Да, я не знаю, ребятишечки. Это какой-то разъеб. Короче, мамонта я продаю. В жопу мамонта. Не знаю, вот Turtle Armor. Как бы нам с Turtle Armor? Можно мы как-то что-то придумаем с Turtle Armor?
Крутая тема, конечно. Но нам нужно не ХП, а броня. А может быть, Turtle Armor не играется через броню, потому что у него health, self-health, self-heal. Давай голду заберем просто. Ой, я что-то хз даже. Пока не знаю. Но нужно какую-то турель. Надо в магаз, может, идти и ролить там. Но это со следующей локации. Надо уже ролить, пытаться. ХЗшечка. Чисто хз-шечка. Хз-шечка. XDD-шечка. Так, пускай грызут потихонечку. Мы пока будем наращивать мощь. Но сносит, конечно, знатно все равно эти лапки верблюжьи. Блок вообще не спасает. Как будто бы, да? Бежали черти. Я, в принципе, сейчас урон есть. Но тяжко как-то идет. Тяжеловатенько. Через блок как-то гораздо как будто тяжелее. По ощущениям. А где босс-то, блядь? Ну, чё-то мы, по-моему, не успеваем, нихера. Ладно, отъехал он все-таки. Но еле-еле. Прям уже под рейдж.
Так, Normal Attack плюс 25% атаки и блит накладывает. Плюс 20 крит рейта. Устанавливаешь 25% хп при критах. Снайпер игл, спаун и тентатив, альбатрос, airdrop, 2000 хп. At the enemy location for every 10 enemies defeated. Self-destruction after 15 секунд. Но если он будет спауниться, не будет ли он засирать немножечко карту, чтобы я не смог поставить что-то вот интересное? Бесплатный, это не бесплатный армор, это бесплатный хп, как бы. Брони-то он не дает. Через 15 секунд исчезает. Ну, это может плохо, наоборот, сыграть шутку. Эта херня поставится где-то вдалеке. Там, да. Не там, где нужно. Ну, хз. Давай, наверное, вот эту с бледой возьмем. Black Panther, блядь. Так, и нам еще один дали. О, бара... Погоди. А, ну это Гвардиан, кстати. Сколько он стоит? 4, блин, дорого. Капибара блок дает. Кстати. Надо капибару. О, новая локация. Это прикольно. Так, я думаю, знаете, надо сходить через магаз МБ. А, гигантский смайл. Так, ну, в принципе, ладно, я не буду брать эту туретку. У нас уже есть, как бы, туреточка с пчелами. Тайгер турет. Плюс один, смотрите, вот еще одна жесткая турель. Плюс один атак for every enemy defeated, да? Пантера и тигр чисто. Мне бы какого-нибудь гварда на блоке сейчас чисто взять. Во, это он. Дэмэдж рефлект. 200% дэмэдж рефлекта. Но у него фокус не через блок, у него через дэмэдж рефлект. У черепашки... Блок, кстати говоря. Может быть, черепашку вообще купить? Срата черепашку. Смотрите, вот сейчас подумаем. Вот мы берем, допустим, эту залупу. У нее 5 блока. Потом у этой штуки 5 блок. У этой штуки блок. Потом, как нам еще настакать блок? Капибара 3. Пронтеру продаем. Тартл армор как будто бы тоже лучше вбил через хп пойдет. Ну, битурет нам нужен. Походу, раз, два, три, четыре. Наверное, надо его продавать тогда. Давайте похеру, попробуем чисто продать даже эту хуйню, купить черепаша. Надо жестко сейчас вкачаться тогда. То есть мы берем, качаем черепаша. 10 блок, он деплой и в health минус меньше 600. 12 блока чисто. Погодите, а как второе работает? Оно работает так, что типа, если при поставке хп меньше 600, то дается 30 блока. Или если в принципе, только тогда, когда меньше 600 хп. То есть как только у него похилится до 601 хп, 30 блока уже не будет работать. При поставке, да? В теории, если вырлить вот эту тему...
ну точнее взять вот эту тему и вырулить трейд, где у него там 500 хп, то тогда это имба. Давай попробуем. Блин, вот это тоже норм. Опять. Но с другой стороны, здесь солидный 12 блока. Ладно, роли пробуем. Во, это оно. Это оно. Ну и чисто еще плюс 12 блока возьмем. Ну давай еще, наверное, за 150. Качнем капибару. Мне нужна не атака. Молю, капибара, плюс 5 блока дай. Плюс 5 блока, капибарка. Ты крыса, ты просто мразь, а? Бля. Ладно. Тогда отмена. Все, нельзя уже, наверное, испытание. Мне кажется, будут трахать. Гася карта. Карта чисто приколдесик. Да, тут новые мапцы сейчас будут. Тут опасно. Так, блядуля пошла. Блядуля. Так, давай еще туретку дропнем сразу куда-нибудь. Сюда ее дропнем, чтобы она разрушала эту залупу. Так, ну черепаши красавчики. Ну, кстати, нормально уже, вон, смотри, по сколько урона. По 6к. Давай, босс, иди сюда, сукин ты сын. Я жду тебя в своих владениях. Кто из вас босс? Ты? На нахер! На нахер! Ну какая же поеботина падает. Почему мне нельзя дать на хп что-нибудь? Или на блок? Я просто не понимаю. Ну это просто... Вот эти вот, конечно, апгрейды, это такой рандом. Такая скамба лютейшая. Два блока всего лишь. Ладно, через эти херовины мы не пойдем здесь. Давайте через initial power тогда играть. Да пока нормально. Пока магаз не нужен, я думаю. Пока магаз не нужен особо. Капибара, давай вот, ну чисто по-братски. Ну по-братски просто. Плюс два блока, сука. Это подстава от капибаруса. Во, наконец-то. 50 так. Ну тогда вот эту возьмем, экономику. На экономику возьмем. Так, ну они пойдут вот так, по идее, через вот этот проход. В принципе. Либо можно здесь, и тогда они пойдут вообще через этот проход. Тоже удобно довольно.
Давай так. Так, получается, ставим сначала... Давай, наверное, черепаша. Вот так. На передовую линию сюда лапку. Капибарку. Туреточку куда-нибудь. Так, малыш гриб. Туреточку чисто сюда поставить. И пошло добро. И пошло добришко. У него качается, я думаю, есть просто более какие-то, ну, более интересные башни. Большего тира, зависящие от блока. У него, в принципе, тоже, как бы, я думаю, как бы нормально качается блок. У него изначально 5 блоков, в принципе, есть. Хотя, с другой стороны, опять-таки, если там, например, тоже такой апгрейд взять, да, ну, такую же синергию вот этих апгрейдов, то у него тоже там будет по 50 блока, но при этом он хилиться не сможет, как черепаш. Черепаш в этом плане, конечно, имба, потому что ты его ставишь с 500 хп, и он чисто хилится. Хрена он насрал. Ну, кстати, блит не самое плохое улучшение, хочу заметить. Блит вообще неплохо так, ну, дополнительно сносит хпшину, да? Пять плюс два, не знаю, может нам взять чисто 25 хп, чтобы не так сносили быстро. Так, а мы в магаз вообще ходили на этом уровне-то или нет? Давай поищем, посмотрим, что в магазе. Turtle Armor. CBA. Да мы вроде ходили, кстати. Я не буду Turtle Armor брать. Собачий кал, так называемый. Ну давай, капибарка. Порадуй меня, пожалуйста. Ты мразь. Ты понимаешь это? Животное самое настоящее. Ну какую атаку, ну камон. Какое же животное, это просто пиздец. Это просто пиздец. Минус 10 дэмэдж. Минус 10 дэмэдж, по идее, хуйня. Хотя от блида меньше урона будут получать. Я думаю, нормас. Копибарку сюда. Хотя не, смотри, от блида-то они также получают, на блит это не работает.
Они по 20 урона так и получают. Надо подразрушить немного здесь херни всякой. Нихера себе, 300 голды мы нафармили, чё? Неплохо, неплохо. Саплай менять на черепашек? Ну да, по сути, можно. Прикольно, что блит еще стакается, кстати. Блин, жаль, тут нет какого-то пресса-пулеметчика, который чисто из пулемета бы стрелял. И работал бы как, ну, от проков всяких элементальных там. От огня там. От бледа. Пулеметы, так называемые. А, нифига он его ешь. Хорош, хорош. Удачного стрима. Доброго вечера всем. Нормал атак плюс 2 скрит рейта. Три-та-та. 400 урона или 3 перса. Второе это просто как бы, чтобы, ну, сквозь еще трех врагов проходил ПКМ. 400 урона, ну, как бы, типа, такое. Но в целом, да, можно взять. Иногда перса не хватает. Да вроде хватает, на самом деле, такие пачки вырезаются. Можно первое, на самом деле, взять, реально. Если там критули появляются. В принципе, первые атаки-то тоже как бы дамажат, они и блит накладывают. Это, наверное, выгоднее будет, чем 400 урона отсюда. Что, жестяк, конечно, мы нафармили. 359 голды с этого уровня. Опачки, это что за чемпиончик? Stone Lion Tower. Ну-ка, блок 50, сука, давай, еби! 500 хп у него. Но он не может отхилиться. Так, похоже, это наш кандидат. Похоже, это наш. Похоже, это наш дружочек. Главное сейчас не обосраться опять в этой локации. Рина Тауэр? Чё? Гвардиан С. Accumulate momentum by taking damage and knockback enemies within a large radius for every 15 momentum accumulated. Нихрена себе, забавно. Забавно. Так, ну, наверное, и дропчик дропаем.
Хотя, конечно, этот дурачок стоит гораздо дороже. Ну ладно, нормас. Так, давай еще Нишела Пауэра. Ну, качаем этого малыша. Бигбойщика. Плюс 5 блок, 555 блок, эвери 20 taking damage. Интересно. ХП у него маловато, да. Ему бы вообще не получать урон. Но можно взять, попробовать. Погоди, так мы брали эту залупу. Я забыл. Стойте, стойте, это не так работает. Это работает так, что 55 блока он получает за каждый 20 полученного урона, а минус 55 за каждый 40 атак по нему. То есть, как бы он получает 20 урона, но когда он получает 40 атак, типа, у него сбрасывается эта хуйня. Да, поэтому, наверное, это говно. Либо третья, либо рерол. Но третья, кстати, 15 блока неплохо, можно взять. Давай третья возьмем. 12 блока еще. Ну, берем, наверное, что. Он дистракшн. Клак мех within taunt range плюс 5 блок. Ну такое, если честно. Или имба. Но с другой стороны, это жесткая тема, по идее. Это его тогда нужно вперед ставить чисто. Чтобы его разрушали, он будет бафать соседних всех. Типа да, ну нормальная тема, по идее. В сумме будет это хорошо. Давай попробуем. Давай еще вот это возьмем. Иммунный к элементалу урону, мне поебать, в принципе. Хотя нет, блит, тогда не будет работать. С этими челленджами лучше не выебываться. Вот на этой карте мы проебали в прошлый раз. Короче, здесь, наверное, ставим тут, да? Так, надо подразгрести говнецо здесь сразу. Короче, стратка такая. Мы тогда бахаем черепаша сюда. Потом ставим вот этого черта. Базу жрут. Блять, ёбаные уроды. Ну вот нихуя я не вижу, сука. Пиздец. Как же тут вот не видно порой моменты важные. Нет какой-то вот, блядь, индикации того, что там твою базу жрут или чего-то такого. Так, ладно, ставим вот этого чела. Наверное, капибарку даже вот сюда. Туреточку сюда. Черепаша еще одного. Ну, пока что вот так.
Не знаю, вот стоит ли его ставить больше одного. Какой у него КД? 15 секунд, но его можно тогда в задницу ставить. 15 секунд это быстро. Как бы одного ставим вперед, чтобы он пробафывал. При смерти, да? Так, вот сейчас опять будут обстреливать эти черти. Вот кто здесь обстреливал? Я даже не понимаю, кто вообще стреляет-то этой хуйней. Вот сейчас как бы никто не стреляет. А в прошлый раз кто стрелял-то вообще? Там машина сверху? Да, сейчас будем ломать. Так, осуществлена поломка. А вот они начали стрелять, сука. Петя нихуя не заметил. А когда выстрел? Типа, когда я останавливаюсь, да? Такие гнусные типчики, конечно, гнусные. Он их прямо заранее... А, они стреляют при смерти, типа. А, машина вот здесь, кстати. Ага. Конечно, мобы гнусные, если честно. Прям мега гнусные, я бы даже сказал. За турельщика вообще нужно, получается, выбегать и просто как-то, ну, вот мансить, типа, за пределами города. Так, вот они, монетки с машинки. Давай. Да иди нахуй. Сука, вообще вот я просто... Я не успеваю следить за всем этим дерьмом. Домашний пэт. Просто нужно следить за всем этим дерьмищем. Так, наконец-то блок выпал. В игре вот плохо очень сделано то, что как бы... Ну, какая-то подсветка, индикация некоторых вот важных вещей. Там атак вот этих вот и прочего. Потому что ты вот отвлекаешься на один момент и все, и ты как бы пропускаешь. Нет звука соответствующего, нет чего-то такого, что устремляет твое внимание на важную вот эту вот, по сути, губительную атаку. Так, ну в принципе у нас как будто бы билд супер готовый. У нас как будто бы билд супер готовый, нам, мне кажется, даже ничего и не надо. На Last Boss Rage Mod, да, 20 хп бар. Давайте в ивент сходим. Ваше хп плюс 200, блок плюс 10, хп мобильной базы минус 50.
Ой, минус 500. Чё думаете? Плюс 10 блок, я вот не знаю, как бы это на мне блок или на что? Как бы непонятно, на что это блок вообще. Или блок на башне. Может быть, если на персе, то смысла нет, как будто бы, да? Старт гул, галпинг, нахрен. Заглатывать. Так, возможно, этот блок не будет давать урон даже. Ну, давайте возьмем. О, дали ачивку. Ладно, стоило того ради ачивки. Ладно, короче, давайте починим базу, наверное, здесь тогда. Гальперов. Иди нахуй. А почему у него 675 хп? Бля, из-за того, что мы взяли плюс 25 хп. Сука. Ну давай возьмем, может быть, сейчас наролим эту залупу. Destruction Hill, ну, третий. Такое. Давайте возьмем эту штуку и сейчас попробуем наролить. Не наролилось. Но можно рискнуть еще разок. Давайте еще рискнем. Бля, двойная залупа. А можно еще взять вот это, и он будет 10 блока давать. Это, наверное, даже лучше взять. Бля, надо хп понизить как-то. Не, после получения урона не сработает, там именно при установке базы. Она навряд ли будет давать изначальных хп 500. Да тут не важно, тут именно видишь, чтобы хп было при поставке 600. Ладно, я возьму вот эту тему еще раз. Так, а что у нас вообще по башням прокачано? А если я сейчас нажму, то деньги уже спишутся сразу? Или я смогу... Нет? Капибару еще вот, кстати, можно. Давай, капибара, плюс 5 блока. Не будь тварью. Сученька, какая же ты гнусненькая. Плюс 2 блока тогда. Ну хотя не, ладно, я рискну еще на следующей локации, если мы доживем. Сейчас главное вот этого босса как-то ваншотнуть. А это уже финальный босс сейчас, да? Я правильно понимаю? Ну, вот этой локации я имею в виду. Блин, тут вот немножко непонятно, где они сейчас идти будут, конечно. По идее, здесь. Блять, опять улитка есть? А, меня ест улитка. Надо, кстати, вообще турельку первой ставить, походу, да? Потому что, видимо, только после постановки турели дается. Да, надо турельку первой ставить. Ладно, я думаю, здесь лучше не жадничать, не проверять вот эту, ну, как бы, не делать усиление, наверное. Стараться, а то сейчас они еще продамажат. Сейчас опять какая-нибудь начнется паника. Будем просто ставить аккуратненько башенки, да. Наверное, буду еще вот эти ставить все-таки. Иначе мы так не успеем фул нашу ауру улучшить. А нам нужен максимальный урон.
40 тысяч, но 40 тысяч урона это сильно. Вот бы вообще набрать такой урон, чтобы ваншотнуть этого дрянного босса. Это было бы круто. Не, новая волна появляется. Но почему-то не всегда. Так, пока что босс не идет еще. Вот сейчас идет. Да, тут проблема в том, что еще другие идут. Уроды. А вот и он. Так, сейчас он бесится, бесится, бесится. И мы его ваншотаем. Нормас. Фу. Нормал атак 50% атак дэмэдж плюс один пирс. Давай, наверное, еще у нас как бы левая кнопка мыши потихонечку улучшается. Да, спасибо огромное за башню Цетира. Ладно, возьмем вот это. Так, финалочка, ребятки, финалочка. 50 голдишки. Тут ССС, кстати, есть. Можно паролить попробовать. Эту залупку продаем. Нам, по сути, на копибарку нужно еще, да, чтобы она бафнула. Warrior Airdropped Beetle. За каждый барак призывает еще больше. Исчезает через 60 секунд. Стоит всего 2, кстати. Прикольно. Прототип, он здесь продается все же? Но он мне не нужен сейчас. Хотя у него тоже идет улучшение через, кстати, блок. Давай еще разочек. All Specimen. Guardian, кстати. Минус 20 получаемого урона. Он deploy additional минус 2% damage taken for each velociraptor deployed. Up to 40%. Приколдес. Блин, тут столько крутых башен на самом деле. Столько прикольных разных башен, которые синергируют между собой, и кажется, как будто очень много разных вариантов билдов. Но проблема игры в том, что все вот эти прикольные башни, они открываются практически под самый конец игры, когда тебе уже как бы не хочется менять билд, или его опасно менять. И чтобы еще эти башни успеть прокачать, тебе нужны как бы и деньги, по сути. И место свободное, и что-то передумать, и, короче, вот как-то перековырять свой билд. Так еще и сам по себе рандом. Сам по себе рандом жесткий, в том плане, что вот, чтобы собрать, допустим, вот эту вот Old Specimen и какого-то велоцираптора, блин. Это же как должно повести, чтобы они оба тебе выпали. Так еще и как бы тебе нужно отталкиваться от того, что у тебя уже собственный на этой стадии какой-то сильный должен быть билд, который позволяет пройти до этой стадии. То есть, ну вот странно как бы немножечко, да? Так, давай качаем копибарку. Давай, мразота, только попробуй. Сюда, красавица моя, умничка, умничка. Давай тогда биту ред прокачаем.
Так спит. Не, ну урон я не хочу понижать. Давай вот это возьму. О. Блин, это жесткое, кстати, улучшение для того еще тигра. Помните, там была башня, которая типа за убийство врага плюс один дает атаки. Так если еще вот этот качнуть ему, который за атаку там дает шанс повысить урон. Хотя это даже жестче для каких-то башен, которые наоборот имеют мало атаки, но быстро стреляют. Поехали. Так, а что нам сейчас делать-то на боссе? Ёлки-палки, ребятня. Давай, initial power еще один. Там какая стратка-то вообще? Там слева, справа, туды-сюды. Там самое херовое на боссе, что... Даже непонятно, как бы. Там не показывается карта, тебя просто сразу высаживают, и ты вообще не успеваешь сообразить, что делать. Там база сама ставится сразу, по-моему. И прикол в том, что нужно уже от этого отталкиваться. По-моему, там слева гнездо и справа гнездо, а по центру босс сверху. Ну, то есть нам придется как-то вокруг базы, что ли, ставить или что? В центре просто выставляться, но они просто будут идти на базу. Нам придется как-то то ли вплотную к базе ставить тогда, то ли как. Не будут ли они там взрывать? Я вот не помню, что там за мобы вообще. Если у них какой-то АОЕ урон, если около базы прям ставить, не будут ли они ее задевать? Хватать агро, ну вот хрен его знает. Хрен его знает. Со всех лок мобы это хуёво. Вот так, да, наверное. Ну где-то вот так. И второго так. А, туреточку надо бахнуть. Бля, ты можешь убрать эту залупу, пожалуйста? Не видно же ничего. Бля, там еще цветочки эти ебаные. Ну вот так, наверное, бахаем. И вот тут. Тут уже бахаем как бы так. Туреточку ставим. Че не вижу, че не вижу. Цветок ебёт. Где цветок? Вот этот? Так, надо быренько вот так сделать. Нормально, две шахты есть. Черепашек бахаем. Хорошо. Все, работаем потихонечку. Сетапчик есть. Сетапчик есть, ребятки. Так. Блять, цветочек. Ебёт, ебёт, ебёт. Черепашечку.
Так, появляется босс, блять, ну меня базу ебут мою. Но сначала надо его убить. Блять, вот это плохо. Надо еще туреточки на всякий случай поставить. Ой-ой-ой, он кидает машину. На нахуй. Главное, чтобы тут не... Я вот плохо вижу, если честно, что они трахают сейчас. Надо их сейчас убить. Так, цветочек ёбнули. Пиздец их дохуя. Что-то походу нам пизда, ребят. Ебут просто только так, блять. Бля, тут босс еще ебаный стоит. Пизда, походу. Надо его фокусить, наверное, все же. Чисто фокушу его, блядь. Это мой последний шанс. Убил. Надо выжить. Фу, хорош. Жесть. Но тут надо было алынить. Надо было алынить. Тут отвлекаться на врагов с такой кдшкой выстрел вообще нельзя было. Нормас, нормас. Так, нам, смотрите, какого-то рыцаря трилобита дали. С-гвардия. 6000 хп. Понижает 75% своего хп при поставке. При установке. Выпускает какой-то шторм рубящий, когда его хилят. Даже при фулл хп. То есть, видите, тут прикол в том, что его нужно хилить. Его хилишь, и получается какая-то темка прикольная. И еще один гвардиан A-ранга. Ну такой, да. Level 2 unlocked. Так, ну круто. Элитные противники появляются. Мобильная база. Mobile base mining efficiency. Походу типа фарм базы хуже, что ли? Какие-то элитные враги теперь на втором уровне появляются, и фарм базы хуже. Это все еще звучит как залупа, изейшая для ротовичка. Как изи.